В дебаде дикодаба. Непременное качество, крутые персонажи, футболки Max Extreme на wildberries.ru. Проиграли, конечно. Но восьмерых я вшатал. Все, Снегурка, гони жетон. Пойду в лохотрон закидывать. Вот он стоит, вон чечвикает. Заманивает, падла. Чуть на паяльник не наступил. Не удивлюсь, если потом ради жетона придется вообще всех убить. А ну что, я могу. Все зависит только от степени озлобленности и температуры пригорания профессионального. Ферзь с ферзихой! В очередь стоите? А так и думал. Как не подхожу, всегда свободно. Странно, почему. Ладно, закинем кровные жетончики. Давай, шайтан, машинка, давай. Мне нужен танк. Всего остального у меня и так с лихвой. И... спасибо. Спасибо. Я в бою мог даже не стрелять, чтобы столько заработать. Вот тебе еще один жетон. Давай, давай танк сюда. Аппарат бездушный. Давай, давай. Сугроб. И кто? Танк! Ура! Здрась. Чего? Угу. В аренду, да? В аренду? Ты себе кровью и потом этот жетон всратый зарабатывал. Пол команды убил, а мне в аренду. Ну шеф, ты кредит оформите. Пучку в залог. Здрась. А, блин, сорян. Я рекламу недопоказал чуть-чуть. Непременное качество, крутые персонажи, футболки Max Extreme на wildberries.ru. А вот теперь все. Да-да-да, у меня целый жетон есть. Я только подошел, уже вынюхал, падла. Нажми красную. Я тебе сейчас на табло кирпичом нажму. Торопит он меня. Смотри меня, сколько бесполезно, херомоды всякой валяется. Сейчас из этого жетонов понаделаем. Рис. Девес. Все. Две бесполезных хрени поменял на две еще более бесполезных хрени. Ну давай, сделай из этого что-нибудь полезное. Все, давай, показывай, что у тебя там внутри. Дай танк. Прых, прых. Чпоньк. И... ну, уже лучше, чем в прошлый раз, конечно, но все равно мало. Давай, давай, давай. Прых, 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 прых. Шмяк. Ну? Вот он! Опять, да? Аренда. Ладно, у меня еще один жетон есть. Ну ты хоть нормальное напрыгай что-нибудь. Уж если целый танк не вывозишь, хоть что-нибудь полезное дай. Асбестовая мотка. Очень полезная. Ну что себе эти вам мотай? Меняем лом на монеты, давай. И это тоже. Все. Да я нажал на красную кнопку, давай же прыгай. Прыгай, давай. Прыгай до танка прям, давай, прыгай. Сейчас за тебя прыгаешь, что ли? Трубу провалился. Ну. Тебе сейчас большой рекап... да нажмись! Мало то, что все жетоны мои сожрал. Так что и заедает, не запускается. Лохотрон, обезьяне, дай танк уже! Ты что, первый раз не понял, куда тебе это намотать? Да, мать, снова здорово. 11 денег тебе хожу, да, за жетон отдай. Ой, два штуки. Ну еще у нас вон побрякушек разноцветных дохренища. Сейчас поменяем. Этих вот на вот этих. И вот этих вот на вот этих. Все, получилась кучка. Ее меняем на жетон. Итого три штуки. Пиздец, я, конечно, индеец. У меня это бездушная железяка, часы жизни на бузы разноцветные выменивает. Дожились. Патефон бездушный. Дай танк, пожалуйста, пожалуйста. Я ж две недели тут живу. Не брился, не мылся, дай танк. По песочку покатаю немножко. Покатаю немножко, а не серый немножко. Я за него танк не куплю. Давай еще прыгай. Тогда я раз выше прыгай, чтоб через трубу перепрыгнул. Потому что в доме ничего хорошего нету. Учебная брошюра. Научись танк делать! И бумажки всякие, которым только вытирать все. Опять в дом. Ну что такое? Рациональная боевая укладка. Посылатель простонародье, да? Спасибо. Как нет больше ресурсов? Какие 51 минута? Мне ресурсы нужны! Много! На что я по вашим жетонам буду выменивать?
Где взять жетон? Снегурка! Да-да-да-да, мать, здорово, здорово, 12-й день, да, я знаю, да дай сюда жетон, дай же... Уничтожить эту струну. Да это легко, берем ГВ-2 и поехали убивать, все, давай, сейчас приду, дай жетон, готовь, крей. А, нормально. Пеструны есть, аж 3 штуки. Ну, к дирижабелю ехать бессмысленно. На горку полезем. Там они чаще всего бегают. Ну где вы есть, алло? Пока доехал, одного уже убили. Вот он, вот он. Все, красавчик, быстро сдох. Теперь где-нибудь надо меня тоже утопиться быстрее, чтобы в ангар попасть. Так, там жетон. Да-да-да-да-да, дай жетон. Все, отдала. Все, спасибо, пожалуйста, мне срочно нужно идти. Я давно не нажимал, давно-давно. Давай прогрузись ты уже, прогрузись, пожалуйста. Мне кнопку надо нажать, всего лишь одну кнопочку. Один жетон, одна кнопка, быстрее иду. Давай, молодец, давай, прыгай, 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 прыгай уже. Нет, водички попить надо, во рту пересохло. Давай, давай, родненький, давай, дай танк. Продолжаем 20-й день этого новогоднего радостного мероприятия. Подбираем зеленые побрякушки, белые камушки, желтые камушки. Серенькие уже подобрались, да? Значит, поменяем камушки на вот эти камушки. А эти вот на вот эти вот. Эти на вот эти. Конечно, чем еще заниматься в этот дивный пятничный вечер после работы? Конечно, 2 часа перебирать бусики. И берем жетоны. 3 штуки. В одни веселые счастливые руки. Все, у нас теперь 4 жетона. Приступим. Давай. Я даже не буду. Да я нажал уже красную кнопку, и я не буду загадывать, что должно выпасть. Все, автомат. Ты вершишь свою судьбу. А, мне он уже не поможет, я уже на полу сижу. У меня уже на ламинате копченое пятно. Ты уже соседи дым чувствуют, сейчас пожарку вызовут. Улучшенный прицел. Я уже прицелился, я уже знаю, что мне делать. Продувка. Я тебе сейчас весь воздуховод продую, да. Еще раз, не перепрыгни мне через трубу, я тебя продую. Молодец. Не, ты этими кредитами от меня не откупишься, тварь. Теперь ты будешь разговаривать не со мной. Теперь ты будешь разговаривать с Федором. Что, Федя? Пойдем поговорим с этой тварью!